22 ноября 1717 года именным указом, объявленным в Сенате, была образована самостоятельная Астраханская губерния. Астраханской губернии быть особо, а к Астрахани приписать города Симбирск, Самару, Сызрань, Кашгар, Саратов, Петровский, Дмитровский, Царицын, Черный Яр, Красный Яр, Гурьев, что на Яйке, Терек. Первому губернатору Артемию Петровичу Волынскому предстояла трудновыполнимая задача благоустройства всей юго-восточной окраины страны. «Здесь иное государство, а не Россия», — пишет он. «Понеже, что государю и государству противно, то здесь приятно. И такие дела делаются, что и слышать странно». Он активно приступает к упорядочиванию деятельности местной администрации и поднимает экономику края на новый уровень развития. При нем происходит усиление влияния России на Каспийском море. Принимает он и действенные меры по ликвидации чумы в Астрахани, уделяет особое внимание вопросам образования. При нем заложено адмиралтейство, открыта латинская школа, утверждается герб Астраханской губернии. В июле 1722 года настал звездный час губернатора Волынского. Начало персидской кампании и приезд государя должны были самым существенным образом повлиять на дальнейшую его карьеру. Однако принимать Петра I в Астрахани оказалось делом непростым. Царь интересовался буквально всем – состоянием торговли, просвещения, природными богатствами края. Находясь в Астрахани и путешествуя по ее ближайшим окрестностям, Петр I отдавал приказы об очистке протоки, соединяющей Волгу с Кутумом, о переводе Адмиралтейства из Казани в Астрахань, об учреждении Каспийской флотилии. Но, несмотря на все заслуги, Волынский впоследствии был обвинен во взяточничестве и измене. Позже, после смерти Петра, все обвинения были сняты, и Артемий Петрович был возведен Екатериной I в ранг генерал-майора с одновременным назначением казанским губернатором. Екатерина II писала: «Волынский был горд и дерзостен в своих поступках, однако не изменник, но, напротив того, добрый и усердный патриот и ревнителен к полезным поправлениям своего отечества». Участник прусского, персидского и польского походов, автор генерального проекта о поправлении внутренних государственных дел, Волынский Артемий Петрович впоследствии был казнен по обвинению в попытке совершения государственного переворота.